Здравствуйте, меня зовут Мадлен Гадаш, и я учусь на первом курсе техника гастрономии в техникуме имени Яна Павла II в городе Воннич. В поступлении сюда мне помогала компания Евростанет, за что ей очень благодарна. Могу сказать, что учиться в Польше совсем не сложно. Если вы все еще сомневаетесь, то вы можете спокойно отбрасывать все сомнения, потому что вы не пожалеете. В Евростате занялись всем, от начала подготовки документов до самого приезда в общежитие. Евростат никогда нас не забывает и информирует абсолютно о всем. На данный момент, связанной с ситуацией с карантином, мы учимся онлайн. Если ты хочешь стать самостоятельным прямо сейчас, начать творить свое будущее, то обращайся к Евростате, как сделала это я.